Сегодня состоялась первая сессия молодежного парламента. Среди его членов трое школьников, 10 студентов вузов, остальные – представители работающей молодежи. Кстати, само понятие «молодежь» довольно расплывчато. Возраст депутатов от 16 до 31 года. Парламенту предстоит работать 2 года. Его задача – выходить с законодательной инициативой в местные, областные и даже в федеральные органы власти и представлять интересы молодежи в законодательном собрании Новосибирской области. Сегодня на своей первой сессии парламентарии выбрали руководящий орган, а также утвердили повестку на следующий заседание. Мы надеемся, что, создав этот молодежный парламент, избрав сегодня руководящие органы молодежного парламента, мы найдем в них в большинстве, я не сомневаюсь, 99% это будущее наши парламентарии разного уровня. И районного, и городского, и законодательного. И я так вот смотрю по уровню мышления, что это будущие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации.